искатель истины и духовного знания. Сегодня мы вместе пройдем несколько шагов по долгому и нелегкому пути поиска Бога, поиска себя. В этом нам поможет созданный нами фильм, содержащий образы, которые помогут тебе осознать и ощутить свой пятый энергетический центр, свою горловую чакру. На санскрите она называется Вишудха, а в русской традиции – устье. В человеке есть главный энергетический канал, на котором, как бусинки на веревочке, висят семь чакр. Каждая чакра поглощает и излучает энергию пространства. В области еремной ямки, в области шеи подбородка человека расположена его пятая чакра. Пятая чакра соответствует голубому цвету видимого излучения, цвету октана соль, мантре хам, элементу воздуха. Дорогой искатель, тебе предстоит просмотреть этот фильм, осознать, впитать и запомнить образы, которые позволят тебе ощутить и почувствовать свою горловую чакру. Ты сможешь наполнить ее энергией Земли и космоса. Это придаст тебе спокойствие, чистоты, ясности. Ты почувствуешь преданность и безграничное доверие воле Бога и растворение твоей воли в воле Божественной. Работа с горловой чакрой может раскрыть в тебе способность к духовной поэзии, понимание сновидений и тайных писаний. Запомнив свои ощущения, ты сможешь наполнить их своими, более яркими чувствами и вызывать их у себя в любое мгновение или находиться в таком состоянии, сколько захочешь. Чакры обычного человека выглядят как тусклые пятна в центрах слабо выраженных вихрей энергии. Сядь поудобнее, выпрями спину, ноги плотно стоят на полу, руки лежат на коленях, ладони вверх. Сделай несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Расслабься, почувствуй тяжесть в теле и ни о чем не думай. Смотри на экран, впитывай и ощущай всем телом увиденный образ. Останови свои мысли и прислушайся к себе. Своей души. Дыши медленно, глубоко и ровно. Фокусируй свое внимание в области горла, подбородка. Почувствуй там тепло. Свою горловую чакру. Сделай глубокий вдох и почувствуй, как восходящий поток чистой животворящей энергии Земли входит в твое тело через промежность и наполняет энергией твою горловую чакру.
чувство, как поток усиливается с каждым вдохом. Ощути, как твоя горловая чакра наполняется энергией с каждым твоим глубоким вдохом. Ощути, как с каждым выдохом нисходящий поток космической энергии входит через коронную чакру и пронизывает твое тело. Этот поток наполняет горловую чакру чистейшей энергией космоса. Дыши и чувствуй, как нисходящий поток энергии космоса усиливается с каждым твоим выдохом, а горловая чакра наполняется энергией все больше и больше. Теперь ощути одновременно оба потока энергии, восходящий и нисходящий. Чувствуй, как оба встречных потока постоянно текут и продувают твое тело. С каждым дыханием эти потоки ускоряются и усиливаются, и наполняют тебя чистейшими энергиями Земли и космоса. Головная чакра светится все ярче от избытка энергии. Запомни это состояние. Как чистейший свет наполняет твое горло и очищает от темных сгустков недоверия, упрямства, навязчивости. Осознай, как ты наполняешься доверием к воле Бога и приятием этого мира. Почувствуй спокойствие, чистоту и ясность в голове. Каждая твоя клеточка начинает вибрировать от счастья и радости, попасть в потоки энергии Земли и космоса. Чувствуй, как горловая чакра, наполнившись до краев энергии, увеличивается, светится ярче и испускает тепло. Ты ощущаешь, как в чистом божественном свете, переполняющем твое тело, растет и расширяется твое доверие к божественной воле.
Почувствуй, как в свете бескрайнего доверия твоя воля сливается с волей Бога. Чакра становится чистой, светлой и сияющей. Ощути энергию ясности, приятия и понимания воли Бога, переполняющего тебя. С этим великим пониманием ты начинаешь осознавать божественный замысел во всем, что происходит вокруг тебя. В этом состоянии ты понимаешь, что сны, тайные писания или события, происходящие вокруг, это послание от Бога. Акт реализации Его воли. Слейся с этой волей, и пусть твоя воля будет волей Бога. Ты переполнен доверием к Творцу и пониманием творения. Растворяется в воле Бога. Осознай нарастающее тепло в горле и прохладу на своих ладонях. Запомни это состояние. Оно теперь твое. Оно с тобой. И каждое мгновение жизни по твоему желанию может быть наполнено этим ощущением. Теперь ты можешь без посторонней помощи настроиться на это прекрасное состояние. Если же это не будет получаться у тебя сразу, ты можешь в любой момент вспомнить, как войти в это состояние, пересмотреть.